Привет, друзья! 16 июня 2021 года выпал вот такой град. Воронежская область, Воробьевский район. Такого давно не было, достаточно крупный. Побило нам огород. И сейчас сделаю небольшой обзор растений, как они себя чувствуют после такого стихийного бедствия. У нас в основном под пленкой растения, у нас тепличное хозяйство, огорода немного, поэтому в финансовом плане мы по-любому сильно не пострадали, но вот получили такие вот повреждения растений. У нас в огороде растет клубника и перец, две основные культуры. У клубники хороший такой листовой аппарат, крупный, и поэтому ей досталось больше всего. Вот поближе сниму, какие градины были. Озвучиваю на следующий день. Вчера вот только-только после града ходил, снимал, как это все выглядит. Град был очень сильный, казалось, просто вообще ничего не останется в огороде живого места. Ну, насколько мы можем видеть, растения, ну, по-любому выживут, понятное дело. Хотя вот такие вот побитые листья, естественно, оно может сбросить и придется отращивать новую зеленую массу. Самый главный совет после такого стихийного бедствия в огороде – это в первую очередь подкормка азотными удобрениями, чтобы растения нагоняли листовой аппарат. Так как именно он повреждается больше всего, особенно если посильней, у растений, у которых остается вообще голый стебель, либо точка роста верхняя отсечена, то по-любому азотные подкормки стимулируют развитие боковых побегов, в общем, новой зеленой массы. Мы, в общем-то, еще легко отделались. Клубнику побило, конечно, сильно, а перец, он у нас еще маленький. Мы его не так давно высадили. А вот самые крупные кустики, конечно, получили свое. Поникли чуть-чуть, где-то чуть-чуть веточки обломались. Но в целом растения живые, они отрастут в течение некоторого времени, и все будет хорошо.